Приветики, Python практика без лишних слов. Итак, у нас есть variable word, что значит слово. И этот текст состоит из номеров, пробелов и слова. Так вот, в основном ваша работа будет состоять в том, что вы будете извлекать данные из базы данных. То, что вы сейчас видите, это, видимо, не будет, да? И вам нужно будет, допустим, напечатать. Значит, запись всегда начинается с нуля. Последняя будет последняя минус один. То есть, допустим, пятая будет четвертым, вторая первым. То есть, если начинается у нас с нуля, то любое первое число – это ноль, и последнее число – это число минус один. Квадратные скобки – это очень важная вещь тоже. Квадратные скобки представляют из себя в общем в Python это лист или множество данных. Если вы хотите напечатать с, допустим, третьего до конца, вы будете использовать двоеточие, три двоеточия до конца и ничего больше не ставить. Если вы хотите напечатать с первого по пятый, то вы ставите двоеточие и пишете, значит, все до четырех, да? То есть, включая пятую, нам нужно поставить четыре. Вам нужно будет также заменять, допустим, дату. Для того, чтобы заменить дату, у нас есть команда «Напечатать», мы ставим variable, переменную, потом мы ставим точку и применяем к ней еще одну команду. Эта команда будет replace или заменить. В этом случае первый variable будет, что мы хотим заменить, и второй после запятой, на что мы хотим заменить. Обратите внимание на скобки. В скобках у нас идет само, что мы хотим replace, что мы хотим заменить. И в скобках у нас также во-вторых идет, что мы хотим напечатать. То есть в данном случае у нас идет две команды. После каждой команды мы открываем скобки и пишем, что конкретно мы хотим сделать. Ну, давайте подбодримся теперь и напишем «все получится». Обратите внимание сейчас на терминал. У нас вышло два восклицательных знака. Почему? Напишите в комментариях. Итак, цифры. С цифрами довольно просто. Python распознает цифры. Вы видите, что вы можете складывать целые и децимальные цифры и номера. Вы можете также делить, умножать, все то же самое, как на калькуляторе. Но поскольку у нас программирование, давайте запишем это правильным образом. Мы сделаем опять корзинки или variables. Допустим, age, к примеру, только закончили школу и 18. И время, которое придется провести в университете, это 5 лет, к примеру. И нам нужно узнать, итак, сколько же будет вам лет после университета. Что для этого нужно сделать? Сложить два variables. И в результате напечатать ответ. Вот это будет полная программка маленькая, которую вы можете написать, используя variables и применяя к ним цифры. Это очень важно, потому что потом у вас будет, допустим, 10 человек с разным возрастом. Excel-овские приемы возведения в степень здесь не очень работают, но вы можете применять функцию POW, что значит power, and power – это значит степень. То есть print power 3 on 2 означает напечатать степень 3, запятая в степени 2. Так, ребята, переходим на новый уровень. В Python есть много разных packages, разные программки, которые облегчают вам жить, и вам не нужно будет писать целые строки кода, как в Java, например, а вы просто загружаете эту package, и они все стандартные, то есть C – это Science, NumPy – работа для, с номерами, Pandas – работа с номерами, Keras также работа с, то есть там есть и с AWS, Amazon Web Services. В данном случае мы загрузим маленькую простую программку MAS. У нас есть две возможности загрузить ее. Первое, from MAS import all, значит, вот эта звездочка означает все, и она пришла из SQL. Когда вы будете изучать SQL, или если вы ее изучали, вы знаете, что SQL, в принципе, это select all, select star. Называется она star.
Итак, любая программа имеет документацию. Это будет ваш основной метод работы. Вы открываете документацию, которая всегда доступна. У Python это docs.python.org. Итак, я открыла, значит, /3 /library, то есть это третья версия 3.8.5. В будущем вам понадобится mass_sale, это потолок, это верхняя дата. mass_floor, это пол, это нижняя дата. Mass Power, как мы говорили, уже 3 в степени 2 x, y. И логарифмы. Также есть константы и все другое, что вам нужно. А вот теперь давайте вопрос. У нас есть руки, hand, на руках 10 пальцев, и мы хотим напечатать. У меня есть 10 пальцев. Какие ошибки здесь? Итак, для того, чтобы скорректировать ошибки, мы поставили кавычки. Потому что мы знаем, что все должно быть в круглых скобках. Не кавычки, прошу прощения, круглые скобки. И также нам нужно трансформировать. Помните, перед этим, когда мы писали, у нас номера все были в кавычках. Что это значилось? Это значило, что это трансформировало data type в string, в текст. Сейчас мы оставили numeric, он красный, вы видите, он не зеленый. И для того, чтобы применить этот variable, мы применяем специальную функцию из mass string, и мы знаем, что string это все равно что кавычки. То есть она меняет data type, любой data type, любой тип данных она будет менять на текстовый. И в данном случае, когда мы печатаем, у нас получается у меня 10 пальцев. Поиграйтесь с этим, поэкспериментируйте. ABS это функция модуля, то есть если у вас отрицательное число, она покажет абсолютное число. Поэтому и называется ABS, absolute. Также есть функции минимум, максимум, которые покажут вам наибольшие и наименьшие числа. В данном случае 4,67, раунд округлила до 5. То есть floor и ceil всегда будут показывать, если это, допустим, 5,25, floor покажет 5. Сейл покажет 6, а раунд будет зависеть от того, какое децимальное число после 5. Теперь мы с вами напишем первую настоящую программку, короткую, в которой другие люди будут ставить свои данные. Вы можете заменять как хотите. В данном случае я применяю имя. Как вас зовут? Рост. Height. Какой у вас рост? Weight. Какой у вас вес? И потом я это печатаю. То есть так вы можете поиграться и дать своим домочадцам позаполнять. Итак, input – это специальная возможность сохранять данные, которые введет ваш клиент. Поиграйтесь с этим.